Фактически сейчас мы видим, что закрыты все социальные программы. Это, в частности, то, что не устраивает депутатов, это дворовое хозяйство, дороги во дворах в городе. Также не устраивает отмена социальных программ, какие были. Это и лифтовое хозяйство, и 1000 подъездов. Я думаю, что будет более конструктивно, будем работать во втором чтении. И все-таки надеюсь, что примем более сбалансированный бюджет. Нам надо понять совместно с администрацией, откуда мы будем видеть наполнение бюджета в 2016 году. Будут предложения, думаю, уже ко второму чтению, какой процент прибыли все-таки муниципальные предприятия должны оставлять в бюджет города и какие деньги они должны оставлять у себя на счетах предприятий.